Звездой интернета стал медведь-кодиак из заповедника штата Вашингтон. Медведь был заснят посетителем заповедника Самсоном Ли. Мало того, что мужчина помахал стоявшему у забора дикому зверю и в ответ получил такое же приветствие, так после пораженный американец стал свидетелем очередного трюка. Медведь поймал одной лапой брошенный ему кусок батона с такой ловкостью, словно занимался этим всю жизнь. Выложенное на портале YouTube видео набрало уже 1 700 000 просмотров.